Кекштайн, Мартин Бретчер, вы можете все что угодно говорить про нас и про нашу страну, но вы должны знать, что у вас нет ни одного шанса против молодой перспективной команды. Подожди, подожди, о каких шансах ты вообще говоришь? Кто такой этот Кекштайн? Сколько ему лет? 45? 50? Кто его такой напарник? Я не знаю, кто он. Так вот, Сережа, я тебе приведу простой элементарный пример. Представь себе, что у тебя дома перегорела лампочка, и ты вызываешь простого электрика, чтобы ее поменять. Так вот этот электрик приходит к тебе домой, пьет твое пиво из холодильника, садится на твой диван, смотрит твой телевизор, твою жену. Что ты с ним сделаешь за это, Сережа? Разорву. Так вот и в этот раз мы их просто разорвем. Кекштайн, Мартин Бретчер, это будет последний матч в ваших карьерах, потому что я и Белый надерем вам, с***.